Ну вот пришел на следующий день, как вот первый ролик я заснял, что там кошки здесь у меня, как я их выпускаю из погреба. Вот, а это второй ролик, уже покажу, как я их здесь кормлю. То есть вот принес кастрюлю, здесь у меня каша манная, там рыбные отходы, там мясное что-то дают тоже, тоже туда им навариваю. Потому что так не напасешь на них мясо-то. А покупать какие-то китикеты, это все дорого будет. Ну вот. Ну что, пойдемте, кошечки мои. Мира у них никакого нету. Постоянно дерутся между собой. Рыжие, драчунья. Да. Негры против белых воюют. Все, пошли. Пошли, пошли в погреб. Пошли давай, пошли. Они боятся, потому что на выходные-то я их тут закрываю на субботу-воскресенье, пока у нас идет собрание, тут занятие. Вот одна пошла уже. Они боятся, что я их опять закрою. По лестнице спускаюсь. Вот они. Тоже спускаются, вот они. Следом за мной. Потому что все хотят есть. О. Вон тянушечка еще одна. Давай, давай, слазь, не бойся. Все, вот тут у меня чашечки у них. Так, рыжая, перестань. Ты тут не одна. Тоже драчунья. Вот и насыпаю. Одну чашечку. Да, побольше. Рыжая. Ну, хватит. Это когда люди вот без Бога живут, вот так точно они между собой территорию делят. Кто здесь главнее, кто здесь сильнее. О, друг друга боятся. А могли бы жить в мире и согласии. Потому что если бы были бы верующие. А так, один характер у кого бойцовки, у кого спокойный, смиренный. Вот тянушечка, молодец. Отошла просто от скандала подальше, да и все. Зачем ей это все? Рыжая, перестань, ешь давай. Среди христиан живете, а еще ведете себя как неверующие. Ну, будь спокойно, смиренно. Рыжая, перестань! Перестань ты! Драчунья! Взяла всех, разогнала. Что ты делаешь-то? Все, по разным углам все сразу. Буска здесь спряталась. Вон тянушечка. Вон это вообще все в каше сидит. Да, тянушечка, да. Хорошие коточки мои. Главное, одна вот с таким, как говорят, говнистым характером попадется кошка. Хотя вот по отношению вот к человеку она очень всегда ласковая и никогда ни когти не выпустит, ничего. А вот с кошками мне беда просто. Что здесь, вот мы сейчас в городе живем, в подполе и держим их на зиму. Что когда в деревню уезжаю, там она в моем доме живет, вот эта вот рыжая кошка. И постоянно охраняет свою территорию, чтобы ни одна кошка не зашла в дом ко мне. Немирная совершенно. А потом удивляется, почему ее молодежь начинает гонять, притеснять. Все, довольная. Пускай все ходят вокруг да около, а она будет одна есть. Вот рыжий кот, он более смелее все-таки. Кот и то побаивается. Че, бусенька? А, буска. Вон, есть-то охота всем. А она лопает. Посмотрела на него.
Ну да ладно, думает, пускай ест. Вон, все ножички пытаются подойти. Придется на чашке отодвинуть от нее. На, иди ешь. Хоть отдельно ее вообще корми. Вредину такую. Иногда вот ничего у них вроде мир. Начинают вместе есть. А вот иногда так готовы перегрызть друг друга. Идите, чернушечки, кушайте, кушайте. Рыжик, тут не одна. Ну-ка, пусти, пускай едят. Куда идешь? Куда идешь? Вредная. Иди вон тут ешь. Рыжая. Иди вот сюда вот. Вот. На, ешь. Эгоистка. Да, да, чернушечки, идите ешьте. Идите кушать. Идите кушать. На, чернушечки, чернушечки. Идите кушать. Рыжая, уйди. У тебя вон чашка. Уйди, сказал. Ну? Если хорошая, вот еще у нее в качестве урыжа, она понимает, как мышей ловить. То есть показываешь, куда идти, она сразу начинает там мышей искать. Она из умных кошек среди них. Так-то они все ловливые. Но понимать, что чтобы здесь, как надо именно вместе мышку отслеживать, она вот тут молодец. Умница просто. Во. Сейчас это тут тоже начало. Рыжий, а рыжий. Достается тебе рыжик мой. Рыжий мой, рыжий, рыжий, рыжий. Ну чё вы такие, а? Немирные-то существа. Рыжий, ты куда идешь? Иди отсюда, иди. Чернушечка. Ну, полосая коточка. Полосы ты моя тоже. Вот они какие ласковые все, чернушечки. Все ласковые по отношению человека. Вот есть одна ангуська у нас. Рыжая, перестань. Ну-ка, перестань. Иди отсюда, вредная. Иди, гуляй, потом поешь. Уйди отсюда. Все, иди. Рыжая. Ешь. Видишь, тут команда стала. Сейчас нам будет воды подлить. Вода у них тут почти закончилась уже. Ну, ладно. Стулья я заберу. Все. Сейчас пойду воды возьму. И залью им. Вот так вот я каждое утро делаю. То есть приношу кастрюлю с едой, опускаюсь туда, кормлю их, вот, и ухожу. Вот так у нас тут трапезная, тут у нас собрание проходит. Вот такие вот места из Библии. Вот на где вот цифра, там второй Тим, это значит вторая книга Тимофея, второе послание Тимофею, вторая глава, 8 стих. Там Исаия, книга называется пророка Исаия, 53 глава, 5 стих. И 1 Иоанна, у евангелиста Иоанна есть три книги послания, вернее. Вот одно из посланий, то есть первое, 1 глава, 7 стих. Это распятие Христа. Вернее, даже не распятие, а он нес крест и вот упал под крестом. Сейчас вот у нас время 9 часов, без 5-9. Это тоже место из Библии. Вон там у нас написано, что идет видеозапись для интернета, чтобы никто не смущался, приходящий вновь. Вот иконы. Икона Иисуса Христа. Это библейское событие, когда Господь
написано, оставил 99 овец и пошел искать потерянную овцу. То есть потерянную душу, погибающую в этом мире разврата. Господь вас сам идет. И он именно это делает через людей. То есть людей, верующих в него, исполняющих его заповеди, желающих жить по его святым заповедям, он направляет. Идите, говорит, и благовествуйте всей твари, то есть всему человечеству, всем людям. Вот. Здесь вот Мефодий Кирилл, икона просветителя русского народа, славянского. А там место из Библии. «Все силы любви Творца Твоего не оставляй служителя Его». Сираха 7.32. А там над иконой Иисуса Христа тоже место из Библии. «Всей душой Твоей благоговей перед Господом и уважай священников Его». Сираха 7.31. То есть книга Сирахова. То есть каким образом? То есть плати им десятину. То есть ну и должное почтение оказывай. Тут у нас различные книги. То есть везде все должно окружать верующего божественное, направляющего взор его к небу. Вот тоже послание Галатам апостола Павла. «Братья, если пойдет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Ну, то есть саму, чтобы не подвергнуться падению. Че, Резик, от греха подальше вылез оттуда, да? Правильно сделал. Ну, вот так вот. А здесь вот фотообои сделано. И места тоже из Библии уже сами сделали, подрисовали. «Если вы воскресите со Христом, то ищите горню, где Христос. О горнем помышляйте, а не о земном». Вот, то есть, вот горы и направляющий взор к небу. То есть должно быть первое воскресение у человека, рождение свыше оно называется. То есть он должен оставить свои грехи с помощью Божией. То есть перед этим у него должно быть покаяние, крещение и следование за Христом. То есть идти по его стопам, исполняя его святые заповеди. Тут у нас вот иконы тоже. Это Никола Чудотворца, Иисуса Христа посередине и Богородицы. Тут распятие. Это тоже вверху место из Библии. Что такое любовь? Вот люди говорят о любви много. А словом «любовь» часто подразумевается обычная страсть человеческая. Вот здесь вот как раз нам апостол Павел 1 Коринфянам в 13 главе об этом объясняет, что любовь долго терпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не пристанет, не перестанет. 1 Коринфянам, 13 глава, 4 по 8 стих. И вот, как говорят, золотое правило, это Господа нашего Иисуса Христа для, всего, для каждого человека. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Ой-ой-ой, что тут творится. Вот так вот они живут. Здесь у нас. Пока меня нету, вот так у них, видимо, бои тут без правил проходят. Все, животные. Вот так же человек, который не научен Слову Божьему, Святую Библию не вникает, не знает и не хочет знать. Вот так вот они между собой люди и живут. В раздоре, разногласия, друг друга боятся, что как бы кто на кого не напал, как эта буска сейчас крадется. Но она молодец, она хоть немножко их это вроде как разняла, что ли, с чернушкой. Потому что там с чернушкой рыжая напала на черную. Вот. То и даже морда еще в каше. Да, беда с ними. Рыжая.
Ну вот так вот, Господи, помилуй нас грешных. Слава Богу за все.